пайкат. Пока в невидимости CCNC. Стан откидывается. Паша успевает уйти. Барак здесь должен упасть. Да, работают скелетики. No One пытается бежать по диффузами. Врыв от Урса. Сразу его принимают. PPT пока ничего не может сделать. Найтмер. Финсгрип. Пошел. Нужно как-то сбить финсгрип. Параллельно убивает No One. No One есть выкуп. No One не выкупается. Погибает Урса. Погибает PPT. Выкупов нет. Может быть, No One выкупаться. Идти помогать своей команде. Стан от Лины. И должны убивать Изая. Зай пытается убежать. Зай получает испульс. Получает удар. Минус 3. У них нет выкупов. За 40 секунд можно забрать вторую линию совершенно точно. И не обязательно даже Тини сюда приходить. Но Virtus.pro бегут. Да, бегут на бот. Собираются забирать тир-3-вышку. Здесь преимущество вырастает. Оптики сейчас хотят принимать. Убивать здесь по максимуму людей. Тини нет рядом. И Клинс попытается помешать игрокам ВП уйти здесь. Байкат. Уходит невидимый снова. Дасты. И ультимейт. PPD принимает. Должен очень быстро. Уходит Найтмер. Покажи. Вот CCNC. Стан. Есть коса. Убили Бэйна. Бэйна не будет больше минуты. Клинкс зацепили. Алибарда на него. Он застревает в лабиринте. Да. Его можно убивать. Его убивают. Клинкса не будет 50 секунд. Пока. Пока он выкупается. Все в порядке. Клинкс снова в игре. Пробивает очень быстро соло. Соло должен жить. Соло. Соло живет. Его не убили. Спруты на Зая. И Зая один против троих. Оказывается, здесь No One с дабл дэмэджем. Это минус 5, даже минус 6. ГГ! Virtus.pro проходит дальше. Минимум топ-5, топ-6. Сегодня будет тяжелая игра с командой Real Geniuses, но это попозже. Главное, что преодолели Opti Gaming после первой карты. Неудачно смогли вернуться на второй карте. На третьей карте просто уничтожили своего противника. Идут команды пожимать друг другу руки. Хорошая игра. Видно, что немного расстроены Opti Gaming, но зато мы видим радость в глазах наших ребят. Молодцы, молодцы. Надеюсь, ЕГЭ будет похоже перформанс, а лучше, чтобы он дал даже покруче. Да, покидает Opti Gaming турнир, занимает 7-8 место. Не знаю, хороший это результат или нет для них. Я думаю, что для Opti Gaming это вполне неплохой результат. Вполне неплохой результат, учитывая их перформанс на групповой стадии, учитывая, как они действуют.